Что же с тобой делать, тетушка Гренни? Кажется, я придумал. Думаю, это место подойдет. Ну зачем так орать? Поджарилась немножко, ничего страшного, с кем не бывает. Маньяк? Это ты меня спас? Ну конечно я. Кто же еще? Какого хрена ты бросил меня в костер? А куда подевалась моя рука? Может, отвалилась, когда я тебя тащил. Посмотри в гараже. Эх. И почему у меня такие чокнутые родственники? Эй ты, зеленый уродец, верни мне мою руку. Папуля, братишка, снимите с меня это существо. Можешь вставать, Боб? Она убежала. Почему она прыгнула именно на меня? Наверное, потому что ты жирный. Что ж, нельзя долго задерживаться. Мы должны найти Гренни.